стоит себя. Долго, наверное, учились, устали от всего. Если будете смотреть на меня спокойствием, это тоже снимается. Начинаем. Сюда. У нас в Тыве шамана, как только можжевельник начинается, томит, люди, которые пришли в сеанс, сядет так и в сознании видит, то есть видение, большая медведица. Вот закрытыми глазами то должно держать большую медведицу. Один из них, эта звезда, ваша будет. Поэтому пусть эта звезда соединяется с вашим сознанием. И очищение можжевельником, это и есть очищение тела вашего. Но внутри вы должны сами запах можжевельника отпустить, пропустить внутренний, и создавала связь с землей и звездой. Тогда вы становитесь как инструмент, который соединяется землю и вселенную, как дерево, так же и вы. Отпускаем руки. Что именно помогает действие, процесс действия шамана? Самое главное, вы должны быть свободным. То есть дать своему сердцу свободу. Успокоить своего сила сознания. Не тревожить мыслями. И дать свободу своему гордостью. Гордость — это движение вашего позвоночника. Это и есть гордость. Если вы сумеете постоянно двигать своего позвоночника, начиная от копчика, то шея, создать гармонию движений в вашем сознании помогает и мозг позвоночника. Дает тепло, свет. Но это повседневно. Львом и работаете, или стоите, или где-нибудь сидите, обязательно заставить себя привычкой прямо сидеть и дать позвоночнику свободу. Тогда вам не нуждается зажатость. Конечно, я езжу по всему миру, и Америке, Европу. Люди желают блаженства. Я тоже желаю им блаженство давать. Но это блаженство, которое боком, полулежа, полузакрытыми глазами, полусонным состоянием. Что мы можем научиться? Ничего не сможем научиться. Либо вам отдыхать в полусонном состоянии, либо вам слушать лекции. Полусонно, полулежа. Что можете в своем позвоночнике силы? Никаких сил не даете. Полулежа это заставляет застыть в своем позвоночнике полусогнутым и переучите таком привычке. Без полулежа вы не сможете принимать то, что вы слышите. Потому что ваш позвоночник или ноги заставляет
ныт. А когда ноет суставы, вы ничего не сможете научиться. Вы сами больные люди, которые не хотите своему телу очищения, самомассаж, самоудовлетворение, самовозникновение энергии. Этого не делаете. Поэтому трудно сидеть даже вам. Я обычно вот так, люди сидят, каким страданием люди болеют, я вот узнаю сразу. И мне жалко их, когда они не смогут себя очистить. Дыхание. Я очень рад, всегда горжусь Валерьяновичем, чтобы людям дает дыхание, познавать дыхание. Но если нет дыхания, тогда люди начинают постепенно болеть, не знают, от чего болезнь даже. Силы дыхания они не знают. Многие спрашивают, а где находится, как познавать силу дыхания? Если вы желаете, чтобы мы усиливали дыхание своего, как вы думаете, где? Как мы познаем силу своего дыхания? Сила дыхания в выдохе. Выдох – это звук. Тогда я могу определять при разговоре, чем страдает человек. Дыханием, почкам, суставом. Через звук человека можно познать, каково состояние его дыхания, таково состояние его тела. И мыслит он ином. Есть ветер в вашем позвоночнике, правая и левая. Это сила энергии, ветра, духа ветра. И мысль с этим ветром связана. Если вы начинаете любить, ваша энергия начинает вспыхивать, и сердце учащается. А если вы начинаете неправильно дышать, то дыхание ваше, перерывное или мелкое дыхание, создает разрыв вашим внутренним силам ветра и начинает беспокоить ваши мысли. Тут ваша струна не будет правильно озвучиваться. Дыхание, неправильное дыхание, очень мелкое дыхание, низким уровнем силы дыхания начинает создавать разрыв движения вашего духа. Потом постепенно, незаметно начинается застой энергии. Там, где очень сильная слабость, начинается постепенно что-то неудобство, что-то плохо, что-то спать не хочется, и питание плохо принимаете. И так начинаются начальные этапы страданий. А в шаманизме, слушая, поправляя себя внутреннюю энергию, сознание отправляет в звездах, духу вашей энергии, ветер, сила ветра внутри вашей начинает правильный подход, течение. И тогда ваше дыхание усиливается, успокаивается, тогда душа очищается. Помогает в этом и звук бубна. У нас считается, по всему миру считается звук бубна, это вселенское. Только мы разрываем на несколько час, чтобы упорядочить этого звука. Поэтому люди любят простого звука бубна. Где дух человека находится? Дух человека находится в гармонии. Гармония контролирует мысль. Если мысль не имеет силы, то они через полминуты, через минуту начинают думать о другом, а не о себе, о внутренности. Гармония у
участвует в гармонии, участвует мысль, в гармонию участвует дыхание, в гармонию участвует ритм, в гармонию участвует звук, в гармонию участвует движение ваше. Вот это все в едином мгновении должно вместе работать. Если один из них, движения нет, значит вы не бодрствуете, свою энергию не даете мыслям, не создаете движение. Если звук не сможете петь, то вы не можете управлять себя, свою энергию, и не можете расширять свое пространство мыслями. То если нет дыхания, силы дыхания, то вы никогда не стараетесь больше дышать усиленным дыханием, потому что ваше сознание немножко затуманивается. И даже обычно люди даже не дышат. Иногда люди начинают сердиться. Вот у меня голова болеет, не хочу дышать. Вот это есть слабость дыхания. Движение должно быть в позвоночнике. Нет движения, значит мы желаем очень быстро стареть. Я имею в виду своего тела. Застывшее тело никогда долголетия не дает. Гибкой должен быть. Не только по суставу позвоночник двигать, а вся сустава тела должна двигаться постепенно. Лечение человека, самолечение находится там, между мыслями и сила ветра, жизненная сила ветра между ними. Там дается сила, которую вы должны использовать. Поэтому необходимо успокоить свои мысли. Вместо мысли вы должны ловить энергию своего, которая течет и помогает дыханием. И тогда ваше сознание создает исцеление. Начинаем. Все закрываем глаза, войдем в внутренний мир. Дайте движение своему телу, свободу. Здесь можно попросить от медведицы, от своего звезд прощения. Прости меня, дайте возможность поправить все, что упустил. Дайте силу моему сознанию, чтобы развернуть свое творчество к лучшему, к свету. Дайте спокойствие моему сознанию и телу, чтобы я почувствовал полноценно, чтобы я не ощущал своего тела. Пусть сливается вселенским силам. Вселенная хозяйка всех звезд, это я, шаман, боющий сердцем. Пусть север, юг, восток и запад открывают нам свои невидимые двери. Мы хотим войти в ваш мир, познавать самого себя. О, Вселенная, хозяйка всех звезд, дайте нам спокойствие, чтобы познавать все, что вокруг и самого себя. О, Матушка Земля, не сердись на нас, что мы
хотим успокоиться и соединиться с небесами. Пусть сила Вселенного нам будут давать. Будь светлый. Пусть свет внутренний ваш, моего, соединяется вашими. Ваши желания. Желание быть естественным. Желание, чтобы ваше творчество превратилось в творчество всех. Успокойтесь, расслабьтесь еще. Thank you.
Thank you.
Спасибо, что вы терпели, проходя задание, выполняя задание моего. Спасибо. Желаю всем удачи. Пусть ваше желание исполнится, пусть ваше творчество, которое желаете людям помочь, пусть как волна уходит на все стороны Вселенного, и люди почувствуют об этом. Желаю удачи. Будете делать или нет? Нет. Хорошо, тогда. Чтобы не терять время, я разные стили искусства нашего народа, тувинского народа. Это искусство до сих пор изучают и наши ученые, и ученые всего мира. В том числе и вы изучаете, Валерьяновича тоже, и я изучаю. Нету предела изучения этого искусства Хумия. Чем больше я практикуюсь, тем шире уходит от меня. Я каждый раз себе говорю, в этом году я закончу своего искусства. Так он за истинный звук теперь буду понимать. Как только я приближаюсь к истинному звуку, но он уходит, открывается внутренняя энергия, что-то новое раскрывается. Пока буду увлекаться с этим звуком, и снова начинается раскрываться что-то новое. Итак, я, наверное, не могу, теперь могу сказать, что не сумею до конца. Наверное, только молодые люди могут. За научиться и владеть. Но ученики появляются. Многие люди спрашивают, есть ли ученики? По пении. По пении очень много. В Норвегии, Швеции. Недавно я в Екатеринбурге был, там четверо ученики, которые в прошлом сентябре в свободном виде я давал им. А на этот раз приехал, они требуют еще второй ступеньки. Они даже, я боялся своего истинного звука показывать им. Они лучше меня поют даже. Я так удивился. Теперь я возьму за учеников, которые хорошо учатся. То это я просто людям давал. А сейчас появляются люди, которые меня интересуют. 4-3 основная база стиля Хумия. Первый Хумий, второй Сагут, третий Каргара. Хумий раскрытым и в то же время зажатым виде. Если палка одна сторона зажата, другая свободная. Я должен петь, ловить моменты между зажатыми и свободными владеть. Одновременно. И тут одна, другая часть действия. Я должен соединить их, чтобы получилось единое целое звук. Естественное. И люди, которые я хочу петь, они соединились. Но очень трудно. Хумий. Oh.
Дар Варам Нагал Базда Венха Касука Шитавар Венну. Веселить вас, звук сдавал. Извините, пожалуйста. Это есть сила дыхания. Сила дыхания – это звук. Если ваши речи или пение чистым звуком владеет, это есть сила дыхания. Надо упражняться каждый день дыханием. Сугат свистеет. Mm-hmm.
тен гадра ваза есте батхан алайм налуй.
Спасибо. 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 Пять стен. Очень трудно стен соединить низкого звука высоким голосом. Потому что вместе не друг друга, чтобы не мешало, очень трудно. Сейчас еще раз попробуем. Четвертый стиль. Слышите это полностью до конца очищенный звук это. I'm not a man,
Спасибо. Позвоночник что-то не двигается, стол и стул двигается. Oh,
Kazanator Ergelede Batanas Kaz Ergeyozo Tellegeinin gozo bezen Tezkender mata turdal Kadar canan gürekçeren Hayyo mastan arkaya Yeah.
Stavol gurus bestin honno balza Hala zalab da da zayla Perle bal hal Alanga yama kıldı gökki yaradı Атанрада яғып сөйлен сөзім отбай Алаңға яма келеге кияры деп Атанрада яғып сөйлен сөзім Oh!
남다면 거슬람돌 몽졸라다 여분 들으면 사우점 남면 열지 잘 하르다르다 왈라이 바르자 사고 좀 나면 열지 잘 하르다르 또 왈라이 바르자 Спасибо. Спасибо. Мне так хочется долго петь, конечно, но вы, наверное, устали в середине. Да? Еще до сих пор еще не научился. Одну куплет попробую. Лунном сияне море блистает, попутный ветер парус дымает. Лодка моя легка, ясно вообще. Санда-лу-чия, санда-лу-чия. Спасибо. Спасибо. Очень трудная песня, которую я люблю. До сих пор я не мог научиться, но попробую. Песня «Вспоминаю о матери». Каждое утро, когда я младенцем, мать меня возьмет, чтобы сопровождать корову. А на поле я всегда встречаю с утром птицы, которые, увидев меня, всегда поклоняется и поет о ней. Мать мне говорит постоянно, не тревожь, это твои птицы. Это твои птицы к тебе прилетают, не тревожь их. До сих пор я помню, как только я приду туда, вспоминаю. Но птицы встречают меня каждое утро. Но мать у меня нету, но я встречаю птицы моего матери. Такой песня. Thank you.
Çimde Allah minnecede var yine kazı dozup ilen çarıkları biz tanrılar aman kızda Eritenim ne zorurum Eldep sınıp kırgınım Mano hoyos bas ayara yerder kırım duru yandur kırdı dıdıp çağır tumman uzulazdın Kuşların aldım gözünü de. Tunnu çıdıp Tuvalana varar Çalılıp durayan can Sağ süt kızarı Edirin gönülcarı Nazanım este kadar vermen Elgarını gönderim Elgarını kuşlarım Elgarını nazanım este kadar vermen Спасибо.